Тёма, можешь Дживса поставить? 8 минут. У меня куда-то пропал плащ на ШП. Ты его не дизнул? Тот, который с дизелем? Нет. У меня же нет начанта. Так, соответственно, ребят, Дим, ты со слизняками, Алиса танчит босс. Соответственно, водишь их. Будешь делать. Да, да. Так, далее, сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И Дамари десятый. Дамари зайдет? А, вижу. Соответственно, все хилы под босса. Пять хилов здесь. Диспелить я сам подиспелю. Ну, соответственно, появилась этот, как его. Также, соответственно, сразу же диспелим ее. Дим, твоя задача. Смотри. То есть ты, как его, ходишь, слизняки мелкие таунтятся. Соответственно, первых слизняков ты можешь просто затаунтить до большого. Далее, в миле, соответственно, в миле зоне, если, как его, видишь, то есть собирается два слизняка у большого, забираешь большого. То есть с мили зоны не забирай маленьких. Далее, если с РДДшников будет, ну, сам посмотришь. Поглядишь, там, если будет продамаживать, соответственно, забираешь маленького на себя. Лучше мы нахуй побольше поотбегаем, но убьем босса. Далее, для тех, кто стоит в РНЖ, соответственно, РДДшера, слизень не должен быть лицом, то есть у вас за спиной, бить вас в спину, потому что он может плюнуть на центр свою хуйню зеленую. Здесь понятно, лучше чуть-чуть секунду своего каста стопните, то есть... Или шаг сделайте назад, чтобы слизень бил вас только в лицо или в бочину. Надеюсь, понятно. Соответственно, делимся местом. Здесь носят дамаг больше. Это милишники. То есть, РДДшер, ваша задача выжить. Следим за зеленой хуйней. Чтобы вы не попадали в лужу. Все сделаете четко. Мы сделаем и квест, и сделаем это. Еще РДДшникам надо саппорт купить. Не нужно саппорт здесь. И без саппорта он убивается. СС также ты вешаешь... А, нет, СС здесь вешай на чулана. В 4 хила, так, дальше идем. В 5. Лучше не в хила здесь? Да, лучше в хила. Саль, спекайся. Здесь нужен будет хил. У нас минус 1. Нет, он писал релок. Одну минуту. Может быть, сейчас подождем. Вот киоск. Почту ставили, да? Да, да. Почта стоит. При входе там. Та рыбу ставили? Или нет? Да, он стоит справа. Он стоит справа. Пиздец, вы поставили. Рэл, я еще раз советую выпить РДДшникам сапроты, которые будут стоять в РНЖ. Так. Я понимаю, что вы проходили так с сапротами, с РДД. Мы проходили без сапрота. И проходим, и пройдем. Да. То есть, соответственно, не надо сапрот здесь пить. Сапрот понадобится, если только или на профиле, или, блядь, на синдре. Сейчас активацию голосом сделаю. И там гимны буду говорить. Нет, бабл буду диспелить. Нахуй. Лучше побегаем побольше, зато будем этот живы. Давайте чек на готовность. Ну, блять, у меня эликсир закончился. Турбо по РНЖ не достает тебе, а то у меня РНЖ добавил. Как что он подиспелит, нормально. Все готовы, соответственно, отчет на пол. Давай, Геру. Делимся местом, смотрим. Так, кто там?
из магов. Не надо так близко в круг подходить, иначе заблевать может миличников. Соответственно, тех, кто стоит в центре. Чего у вас так много в одном месте оказалось? Делимся местом, ребят. Лучше потеряете чуть-чуть ДПС, но, блядь, зато выживете. Не забывайте об этом. Прохил, прохил Мангиала, прохил. Ждим. Сколько там на слизняках? Дим. Ну пока. Угу. Дим, дай прожимку. Большого смели забери. Так, сколько, Дим? Три. Угу, отлично. Большой сейчас будет, большого заберешь. Не перезабирай. Угу. Так, четыре уже. Крис, дай прожимку. Взрыв, такая. Отбежали. Отбежали. Поебал. Отбежались быстрее. Да не надо было. Нормально, я так захилил. Я не давал. Я не да, давал был. Большой. Большой в мирозоне. Давай, 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 сейчас. Угу. Двое. Я вижу. Ты когда 5 будет, скажешь сразу, я послежу. Да, там, да. Когда он будет, ну то есть взорвался, полетела эта хуйня вверх, он говорит, бегай. Вот, он ДБМ пока не скажет, до тех пор не убегает. Так, мастер. Большой в мельзоне. Сколько там у меня? 4. Угу. Пять, отбегаем. Так, погоди, 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 погоди. Отбежали. Вот когда полетел, только тогда, тогда отбегаем. Обратно. Меня сейчас слизнюк убьет большой. Подожди, подбегаю далеко еще. Убиваем. Ну все, ничего сложного. Сейв одеснить. Объект опять, да. Ты заебал этот объект. Да ладно, юки жезл и объект. Да, сестра, пойду я за торгу повезу. Я ненавижу всех РДД. Я сколок. Так, кровь нужна кому-то? Ну давай, тому же. А квест на квест для Гера или для... На какой квест? Сюда, везде, о, никто не сдает квест, алло. Я понял. Никто не подходит к мобу, кто подойдет, либо пуги, либо кто минус 100 крол. Тем более, кто, если кто-то сдаст. Класс. Большая разница, некоторых нету в шлейфе. Да стопни ты, стопни. Тени, да? При входе стоял. Так, тени ГЦ. Сюда. Где там? Так. Я не знаю, что за этот квест так трясутся. Ну, если сделали, какой-то урод подойдет и сдаст. Это про трясутся внутри.
Два ролла по 71, ну такое. Бабл. Марбеттер 94. Объект. Объектик. Мангиал. Не сдавайте, дайте мне к сторочу взять и сдать квест, потому что он ничего забакался. Чё? Он не забакался. Есть? Он сдался тебе, когда этот будет. Кому ты спрашиваешь? Мангиал, собычки есть? Есть у него собычки, я смотрю в этом, в ДБМ, в ЕПГП. Не сдавать квест. Нет, стой, я еще иду. Да стопнули нахуй флут своим квестом ебаным. Я же тебе сказал, что у него есть, но ебаный в рот. Объект мне с собычки линкани, пожалуйста. Угу. Так, это тебе на зеленом бабу. Ну, один. Да, пишешь, что надо. У тебя собычки есть? Линканул уже. Блять, не вижу. Где там? Так, ага, вижу, сейчас там. Блять, да давай. Мой тяжелон и похуй на меня. Осталось только два косаря голды. Так, кровь никому не нужна, да? Нужна этому... Лапасос тебе надо, нет? Так, на тебе есть два дебафа? Это? Ликс, что, тебе надо? Нет? Нету. Давай. Медвей, на тебе есть два дебафа? Нету, у меня двух дебафов. Ну, не знаю. Все равно засчиталось. Тут и что? Так, поэтому набираю осколок, идем на кровь. Блять, как помешанные с этими квестами, блять, это пиздец. Да, да мне бабок надо, блять, ёбаный вроде. Там сколько, 29? Это голды? У тебя гильдии много голды. 750, да, это почти, блядь, 500, ну не 500, нахуй. Я, блядь, не играю, имею 15к голды. Блядь, не играю, блядь. Все боешки пиздишь, ГБ. Все, боешки в ГБ, они уходят все в ГБ, блядь. Я не играю, имею 20к, в общем, на двух чарах. Не забывай завтра днюха. Я тебе сказал уже. Да я тоже не так, играю. Так, давайте на новый квартал. Знаешь, алло. Танки. О, наруч. У кого днюхали? Миксторич. На подарок скинулись. Он хочет этот, как его? Жайна. Квесты там нет. Спасибо. Мне на приста, блять. Так что скидывайтесь ему, он мне донится, представлю. Ой, блядь, не то. Хорошее поздравление. Нет. Косарь снял. Отменяю. Начистил, да, заебись. Да. Отменяю эту всю фигню. Да ёптвою мать, чё я забываю за этот долбанный этот душ? Да я забываю просто с босса лутать душу, ну, то есть бога иногда. Это настолько глупо, блин, что его нужно юзать. Рогу сразу резал. Ты ему 1000 начистил обратно? Нет. Да. 1001. Последнее, скорее, смс подключал. Рогу резаем. Ну, по контролю я. Так, Шреддер, покаяние дашь на тусе. По черепу будем играть. Соответственно, остальных кого сможете законтролить? Законтролить там. Миксурку подойди сюда. Дай бетер, дай по трусам шаку. Давай.
Не по не по луне, а по трусам надо было, по черепу играем. Пускай в них. Все по черепу. Чем говно, бля. Где это было? У ретиков чаще прокает, чем череп. Сносим дальше трус. А, луну. Луну. Дальше по луне играем. Агро набрали танки. Дойдем в сапи. Давайте дальше тусы. Лечь, да, похуй. Да, тут на лестнице хуять, сейчас остальное помните. Пробой, если ты. Это я понимаю, телефон вся фигня. Отключись, да от диска пока. Не слышит. Дисе не слышит. Ну он похер ему говорил на трафик по трусам. Трусы, трусы, играем, играем. Ушли пока наверх. Алиса, тяни командира сюда. Что-то мне кажется, тут боссы попроще, чем в 25-ке. Да, да, ну, эти боссы это попроще. Лана даже проще, чем Лучку, ну, либо твой же самый слабый. Можешь даже побегать здесь, в задке, будет охуенно. По танкам не побегать. Вниз спускаемся. Блять, не то. Так. Моя луна, соответственно, как его, мистер ДБ, это твой квадрат. Блять, не торопись никогда, ёб твою мать! Луну за контролю, Шреддер, фир на этот, на трусы. Хотя нет, по трусам играем, по трусам играем. По трусам играйте. Командира также пилим. Агро с трусов забери, забрали. Танки, алло, прием. Сейчас я по крыше получу там быть. Дальше по командиру. Тут же луну почти слили. По луне. Остальных доливаем. Поднимайтесь вверх. Квадрат цепляйте. Блин, на шмотке будет дома. Это доливаем, потом притянешь советник. Тяни. Дальше не учить. По черепу играем. Децеп статик нужен. Так, Зайл, тебе один косарь, то что лицо выберу. Да, я тебя первый сказал. Ты мой, ты молодец. Да давай я тебя по голове поглажу. Что такое?
Очень плохо. Что я один сна будет идти. Да ладно, хотя бы ты терпил. Да, ладно, убьем, пойдешь. Так, Алиса, ты на Валанаре с Талдорамом, далее Микстурка, ты на Келесите. Все то же самое, как в обычке, только меньше хождений. Соответственно, если ты двигаешься, на тебе настакивается дебаф, который наносит дымаг. Если ты останавливаешься, дымаг, соответственно, пропадает. Пока не двигаешься. Двигаешься, дымаг идет. Не двигаешься, дымаг не идет. Ну, здесь понятно. Все РДД играют по сферам. А блинки считаются на этом сервисе? Не знаю. Какая разница? Каски обновите. Шреддер, каски обновляй, рыбу едим. Двигайтесь так, чтобы вас не убило. Обновите каски. Сколько стаков, тоже ваша проблема. Давай, 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 шреддер обновляй. РДД. Все РДД играют по кинетике. То есть, видите, кинетика падает, сразу же в него и освечитесь. Надеюсь, понятно. Чек на готовность. Все готовы? Заводи. На пол, на Эвинар. Соответственно, Лис. Валнар первый, потом, не знаю, или Талдорам, или нет. Набираешь на выходе. Валанара, находите меня, Келесет отводи отсюда. Талдорама тоже держи, Алис. Мосс БР есть, Вихрь, Ринджу набрали. Ясно, отбегать мы не умеем, пиздата. Царь, ты, блядь, в хиле? Играем пока что так. Мост БР лопососа. Так, по Келесету точно. Келесету дальше отводи. Дим, дальше. Лопосос БР. Байда. Бафы раздали по ним сразу. Ладно, короче. Стаунт ему. На нем огромный дырай. Насладитесь болью. И прольется кровь. Алиса, агро набирай. Алиса, то по Талдораму агро набирай. Не слакай. Над боссами сфера. Я тебе бомбу веду. Озер Геру дай. Бедро темное. Геру. Угу. Талдорам мы играем. А, блять, тут бы лег. Только что лег. Хуёв. Дикость, потрясающе. Потрясающе. Алис. Да, хер, ничего. По Валанару играем. У нас учила на... Нет, удара, никого не дворья. Я ж побыли. Вихрь, Ринджу набрали. Алиса, дай прожимку. Не види, не види, не види. Виха, Ринджу. По Келесету точно. На Талдораме набирай агро. Самый прикол в том, что рывок считается только за один шаг.
уже интересно. Отвигались мы. Угу, нормально. Смена цели 3 секунды. Агро над алдарами. Это нормально, все. Не выебу. Стена еще. Отведи чуть. Угу, нормально. Зебом 13. Блять. Да, я тоже поебал. Нормально, стой. Смена цели 5 секунд. Сука, скоро активируется. Вихрь. Вихрь, Ренджу набрали. Пинатика. Сколько там, блядь, шея дисбалансная, пиздец. Оранжу. Дим, дай прожимку. А у меня нету. А чё? А, ну, я келесета отводил, смена и у меня все спало. Угу, по келесету. Алис, на толдоране. Ой, сколько ты стаков не собирал, что ты стоял? Кто, я? Да. 7. Зачем ты стоял? Что там, что там кружка еще, келли не пошел. Сейчас смена цели 4 секунды. Полдорам играем. Смотрите, сейчас прожить можно. Надо сошлить. Угадай, что пойдет. Это кружка? Поехать. Ох. Говно, которое всегда падает. Да, да, кольцо покрыто на ДЦ как раз. Наша пята кто стоит? А, я же сказал катушка. Ёбата. Я сказал катушка и говно. Что ты сказал, воять или говно? Бака, башка кожаная роль. В тебе надо, да? Рога забирает все дерьмо, которое нахуй никому не нужно. Ну он даже за ГП это не заберет. Конечно, если он не увидит. Героическая катушечка. О, да, опять я в жопе за... Нет, сейф. Снова мангал. Мангал. Ну ничего, давно не лутал, так что что вы хотите. Да, они чулан забирают? Что-то чулан? Пососос, у тебя есть обычный или нету? Плечи кожаные. Ну, пугов нету, так что так пройти. Нет, не валь. А почему чулан? Потому что он выше был мангал. Приоритет. А. Осколок. Сейф, ты рога, давай, давай, кидай дальше. Рану потянем. Не потянем, будьте реалистами, или не этим рейдом. Будьте реалистами. Да рейс не хватит. Ты чё, это кто говорит? Это Пук говорит?
Идем, ну ладно. Они не знают, что такое наш ДПС. Так. Они не знают, по какой тактике просто идем. Да. Стоп, подождите, один уходит. У нас еще минус один, не забывайте. Ничего, нормально. В смысле, а кто? Тень. Нормально. По тактике поиграем. Там хили ничего нету. Только первые без вот. Где он, блядь? Хотя, мы сейчас посмотрим, как люди на реакции будут убегать, на. Да, это самое главное. Нормально там. Играем по командиру. Ну, когда пофиксит лану, блядь. Вот тогда начнется веселье. Ну да, согласен. Ну, в общем, эта хуйня должна, блядь, не большая, потому что она будет по всем залетать. Ну, не по фиксу. Потому что она будет шотик. Ничего она не шотит. Не будет. Пока не ведут баф на 30% хп, она будет тупо шотить этим стандартом. А не будет она ничего шотить. Там смотри, как сейчас хп проседает. Луну контролем. Это конечно. По черепу играем. Все в череп. На циркуле это максимум 20 кап летало. То есть, если все там хочется. Стрела вроде десятка, 12-10. 14 тонн она не берет. Ну так я там не шел. По черепу играть, дальше по трусам. По трусам играем. Без метки это не трусы. Где трусы? Внизу. За там. Нету трусов. Луна. Ну, блять. Ну, луна, пол. Пол вот трусы, да? Это стринги. Дальше в чей край. Чё тут из гильду не пошел, мне? Ходу нет. Да я похер. Да, хорошо. Это говорил тот человек, что и говорил нам на гниломорге пить сапроты, да? Что мы не бьем лану. Мне кажется, это голос Ханта был, нет? Ничего, нормально. Есть отличная функция, оверлей называется. Не знаю, есть отличная функция, которая называется... Нет, про реалистов это не Хан говорил, это вот Асок. Это Прист говорил, да? Я не знаю, какой Прист, не Прист, но... Череп, про Лану точно не Хан. Батяреш. По черепу играем. Бабл, ты значит. А, ты с нами еще ни разу не был в камере, понял. Почему? Был же. По трусам. Не был. Мы только закрыли. Это... Профа. Не профа. А это тут там играем. По луне. Луна, какие трусы, ну ёпт. Ну блять, похуй. Мне уже до пизды. Чё Бабл, ты как ты думаешь, почему мы на бычке бьем ее именно вместе? Откуда это так? Череп. По черепу. Она так 90% сервов убивает. Агро, агро, агро на черепе. Я все. Может потому что Милана убивали в 23 тела, блядь. Поэтому так и говорим. 22. Это на самом деле зависит не от нашего 20, сейчас зависит от нашего этого. То, как выбежит мы. От реакции. Узнаем людей мы. Ну ничего, Дэца ушел, Дэца пришел. Нет. Лучше Зойла спекнуть, прям сразу говорю. Да блять, что ты нахуй такой, блядь, ныешь, ноешь ты и ноешь, блядь, ну ебаный, блядь, да бабу. Ты меня сейчас или кому? Так. Мастер, кому ты это сейчас говорил? Этому, блядь, зеленому бабу.
Так, все, давай в ДЦ. Царь обезьян, так ШП, людям 4 хила. Что-то где-то меня наебывает. Так, фулл баф дали. Соответственно, первая держит Винар. Дим, твоя задача. Бежишь рядом с Лисой, просто какого? Стоишь с ней рядом с боссом, ловишь зеркало. То есть перед лицо босса никто не идет. Все становятся под жопу босса. Соответственно, хант на минимальном рендже дуплитер. Далее. С пактом, соответственно, хант, если на тебе пакт подбежишь к рейду. Шкаф. Далее отойдешь. Далее. Для остальных. Соответственно, с тенями. Оперативно. Сказал ваш ник, соответственно, сразу же выбежи. Разливаем тени по стене. Если кто не знает. Видите, как смотришь сейчас на босса. И справа стеночка, слева стеночка. Стеночка идет полукругом. Клик на сумон, аля. Сумоньтесь. Далее. Кусать будете тех, кого я, соответственно, скажу. Запоминаем сразу же, с первого раза. Кто кого чего укусит. Чек на готовность. Подожди, да, я сейчас скажу. Готов? Да. Пугачёва, что ли? Сейчас, ревогнусь. Давай, хорошо. Приста баф дайте. Либо-то дай им приста баф. Кто прослакает служа, тот кто, Пугачёва или муж Пугачёва? Тот муж мой, да. Кидаешь, нет, первый дуэл антифир даст на себя, соответственно, продиспелит. Второй антифир дашь на Зойла. Вот и все. Проблемы вот не вижу. Так у меня есть антифир, зачем? Ну так второй. Он тебе не откадешься до следующего дуэла. У меня есть расовая, я успею. Да похуй. Никаких саппортов на этом боссе. Чек на готовность, на саппорт. Мы хард, и давайте к нам в гильдию. Все, все готовы, отчет на пол. Это брусты проебал. Там не видно. Да, я тоже проебал. Не знаю, сейчас кто слоит. Блять, еще и это не помню. Так, турбо укусишь. Бузер, подойди точно под жопу босса, блядь. Чопс. Расколы. Турбо. Угу. Лучше. Готовься. Так, турбо задума, мастер войда. Морлочка. Да я, блядь, не выстрелил. Кин на себя антифир, продиспелит. Да, да и бета. Ну или меня укуси, мать. О, укусишь, или меня, или Вайда кусает. Лучше Вайда. Готовьтесь сейчас убегать. Так, сейф на кузер. Готовимся к центру убегать. Побежали центр. Центр, танки стоим на месте. Ванзай побежал. Хуёво ты отбежал. Проженку давать. Готовься. Давай. Блять, Ванзай потеряли. Мрбеттер. На хп.
Давай, 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 царь КП. Похилили. Ой, да, прохил. Пиздец. Прохилили. Лопасос, дай по ванзаю БР. Готовимся. Чё фокус? Быстрее, быстрее. Сейчас. Стай на маг. Так, по укусам. The Doom. Дикость. Турбо. Триксис. Войд. Пана. Мастер меня. Не, мастер контакт он кусает. Дамари. Лобосос. Покусали, покусали, прохил рейда. Манзая пробафали. Убиваем на изи. Может, веру уже дать? Нет. Нет. До фера. Так, готовимся сейчас, я вам скажу, кого что кусать. Триксис. Пошли в центр. Все в центр ушли. Если что, у меня есть антифер, все отлично. Давай. Ауру забери. Забрал. Гим не отдавал на прошлом, я сейчас. Я скажу. Ренжу набрали. Царь, читай. Прожимки. Читай, царь. Не, рано, рано, рано. Не рано. Зоил читай. Зоил читай тоже. Так, покусаете сейчас всех, кроме хилов. Соответственно, хилов, танков не кусаете. Здесь понятно. Кусить должны по-любому. Бубетер на ману. Покусали, 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 покусали. Любого кусайте. Кусайте. С пактом сбежались. Блять! Прохил. Да ну нахуй. Хильди, Геру, 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 Геру. Хилим, хилим, Геру. Блять, проебался. Ладно, похуй. Сейчас если не убьем, то не убьем. Но... Ну, имею в виду дальше. Соответственно, идем. Эти все убивают. Бьем, бьем. Да ну, не, почему? Все заебись. Так, а кто там? Где? Кусайте танков, кого можете. Триксис. У вас 20 секунд. Вон, я спал. Триксис. Вы сможете того покусаете. Так же не придет. Прыгаю, спала. Два лимона. Лям. Баблы. Нормально. Берса тут не такая. Блять, да она постоянно падает. Кто там стоял и не мог держаться вовремя? У кого ручник, блядь, включился? Я могу ошибаться, но какой-то дроид позади всех стоит. Да все, успокойтесь, убили да и заебись. Чего вы начинаете разбор полетов здесь? Фух, а вы тогда не говорите про хил, что за херня, сложновато в 4 хила. Там вольт да. Стоит, смотрю, блядь, один КП. Надо кому-то это подвеска, ебана. На офспек, если хочешь. А хотя не, подожди. А нахуя на тебя на офспек, ты дурак, нет, что ли? Не, нахер не надо, мне лучше. Трикс, это тебе она нужна? Триксис, в чат набери. Да это говно. Ну, 4 хила были? Да, но ПВП. Так в ПВП не работает. Да, они не в ПВП, не в ПВЕ, нахуй не нужна. Это World просто дизель. ПВП работает. Печеньку ролим. Ну, World, разве что, да. Ролите токены. А, там только наши роли, что ли? А приста-то нету уже, да. Только наши, кидай на это. Так, шелест. Нет, кстати, вдали я не знаю, РПАК Шатьяна. Кто сролил? Шреддер? Да, эта печенька нужна кому-то? Ролим. Он был выше всех, например, кроме мистера Дейбака. Я бы забрал ее за 10% на... Никто не забирает ни за 50%, ни за 10%. Не, если нахуй не надо, значит нахуй, понимаешь? Просто меня просто хилать спекаться, я спекаюсь. Вот, но мне нужен токен, чтобы нормально. Не, подожди, не, она так... за целую уходит? Да. Да,
У нас еще такие нет. Правила. Не. Ну, блядь, отдай бабу, похуй. Или нахуй удали ее. Я тебе отдам, чтобы никто не говорил, что я ее использую. Хорошо. Я просто нахуй уберу. Если бы вы все бегали с фактами, то нахуй у вас вообще бы ДПС не было, чулан, блядь. Давайте, танки, пошли. Что мы здесь по хилам и тому подобное? В 5 будем идти. Нормально все. Череп, крест, приоритет, охотница. Агро, напуливайте, ребят, напуливаем, про хил рейда, оперативней. От рейда отверни не в сторону, а к мобам следующий. Угу, нормально. Бафы раздаем на ходу. Ого. Вставай, заходи. Я тоже. Ну там резко. Ну, пацан с ним в бою. Красава. Давайте, полководцы, давайте быстрее сделаем все это. Это же лос? Да, это лосовый босс. Главное, чтобы этот плащ не распылили. Никто не распылил. Я тоже вспомнил. Пиздат, если петля упадет. И распылить он нахуй. Да. Потихоньку тяните, ребят, не надо торопиться. Успеем убить. Что-то, сука, РДДшный рейд сегодня, блядь, да? Одни да, шмотки на РДД, блядь. Рейд, а, я не про то. А я забыл, кто там сова забрала? Катушка, да, чулан забрал. Да. Я говорил, что я ненавижу их всех. Кого? Всех. Всех РДД. И паладинов. По черепу. Все играют по черепу. Оперативно. Отверните, которые. Череп. Быстрее, быстрее. Станы по ней дайте. Ну, уже поздно. Да. Давайте. Охотницу дальше. Чё, чулан, какой у тебя рейд? Так, кто-то. Ну, место. Сколько косых получишь? Да, в этом. Все как в обычке, кроме того, там другая тактика. А, бонусов. Для этого месяц бонусов. Тёма, ты уже перешел на сигареты? Да, где Дарт Вейдер? Или это не Тёма перешел? Я буду. А чё там с электронкой не все? Ну я завязал. Я последний миг покурил, бросил. Да, да. Я сейчас в деревню уеду. На выходные, по крайней мере. Даже в игре можно зарабатывать бабки. Чё, на следующий, блядь, врываемся тупо в ПВП, нахуй ты выеду? А Трикси списал что-то? Что? Ну, если не писал, просто уйдет в час, нахуй. Да ладно, может, у пацана, блядь, интернет вылетел, а ты же в час выйдет. Я же говорю, если чё. Ты, блядь, суровый вообще последнее время как. Не знаю, нормально парень от ДПС его отыграл. Этот босс не особо сложный. Сейчас ты, блядь, там где-то там, знаешь, вайпались, тогда еще, блядь, он, тогда еще, да. А так это хуйня. Я уж испугался, что ты нормальным парнем мастера. Хорош. Не знаю, кто ты, но хоть хорош. Это панк. Фу, хорошо, я-то боялся, что меня подумают, что я такой натуре хороший парень. Пиздец. Как обидно. А ты... Подумаешь, что ты натурал, мне послышалось?
Вы это, если будете на мастера гнать, то минус кролу или хп. Не-не, что так просто, это сложно, это сразу все с гильдии пойдем. Ага. Останется один мастер. Мастер, я тебя люблю. Так, ладно. Слышу с сорка. Так, ладно, это хуйня. Мастер сейчас не рейлит. Топните в тут. Далее, в понедельник сколько начиталось-то? 1000. Ну там как бы не учитывается, что там мы одного босса только убили, просто мы там 2 часа сидели, а 1000 да вышло. А не 2000? 1000. Там за приход еще было. За приход? Че, 250 вроде давал? Ты один раз, да, 250 дал. Ага. Ну ладно, хорошо. Когда мы там сидели. А ой, сегодня за приход будет? Вопросов не был, но это нахуй. А, нет. Что, сброса не было, блядь? Сука. Я тут думал, что мы... А какой нахуй сегодня сброс, блядь? Завтра сброс. А ты сегодня сделаю после рейда как раз. Ну, после рейда, да. Сброс я сделаю. Соответственно, ребят. Я появлюсь в следующий раз, только это вторник. То есть предупреждаю сразу. Ну давай целка тогда сразу на среду или все. Давайте целка храм на пятницу. Нет, на вторник. В среду меня также возможно не будет. Я не знаю, еще неделю. На вторник ставь. Где сука копия? Я не понял, блядь. Мы ее бесили. Ну если что, мы тебе позвоним. О. Короче, будет, поставь расписание, я потом посмотрю, ЗА пишем как-нибудь. Я в понедельник и все. ЗА вы закрыли? Да, сегодня. Кому вы там закрыли, говоришь? Бокрус и Чопс. А где Бокрус? Он вышел, он посидел в это, говорит, мне надо выйти. Ну, короче, уйти. Он полтора часа приходит, сидел, пока... вообще, хрен знает. Когда я его последний раз в рейдах видел? Он, по-моему, на РС-25 ОП только приходит, и все. Он так тяжко нажимает. Ну так же, как и отъехал, 2 стройненьких фреста. Во, еще хотел, чё там за... Кто там, блядь, лучший БДК в гильдии, нахуй? Чё там я чё-то такое еще слышал, блядь? Кто? А? Я лучший БДК. Кто там была за хуйня? А кто лучший БДК? Я. Если вы про ДД, то это я, потому что других БДК ДД тут нет. БДК танк. Я так понял, это, блядь, я знаю, в чей камень огород. Кто в чей камень огород? А чё камень в огород? Это у них были разборки, когда только пришли, блядь. А у кого были разборки? Крестными? В Алисы, я это типа. Микстурки. Я просто рефланула, он на меня вьётся, начал чё-то, я вообще охуела. Кикни его с гильдии, блядь, чё. Кикните вы с гильдии, надоел уже, ему тут голды дала и все. Злая ты, конечно, очень. Еще какой-то вопрос был, но ну похуй. Сегодня можем, кстати, Лича убить после этого рейда, вот десятки обычек. Да, такой... кстати, я пойду подамажу. Ты успокоился? Блин, ну уже с моим палом уже отходить. А Турбо в Дисе? Так, я в хила, да? Да, да, так, хила, соответственно, по хилу. Так, Бузер, ты же у нас летал, я правильно понимаю? Или нет, царь? Шо? Давай-ка ты полетаешь. Он полетит, у меня билд на рейд на 25, у меня не на соло. Будешь великим хилить, какая разница, все равно Бузера перехилишь. А. Блять, это хуёвая затея есть. Хотя, хуй знает. Давай-ка, а нет. Лучше... Бабл, Бузер, вы летаете. По какой траектории будете летать? По часовой или против часовой? Скажите сразу. Лучше всего по часовой летать. Хант, есть краб у тебя? По часовой, соответственно, Бузер по часовой летаете. Есть, понятно. Соответственно, остальные 3 хила на этом, как он, на рейде. То есть Мосса, Царь Обезьян, Зоил. Есть, понятно. Далее. Зоил, приоритет. Твой, это диспелить с танков болезнь, которую
толстяки будут на них вешать, иначе их будет очень сильно просаживать. Далее, для милишников. Ваш приоритет по убийству — это подавители, потом маги, которые стоят сейчас перед нами. А, нет, подавители, разгром, маги, толстяки. По толстяков, ой, хан, по толстяков, под каждого толстяка, пожалуйста, каток. Далее, РДДшники, ваш разгром, маги, кособокие, толстяки, по толстяков, ой. Так, винар слева, микстурка справа. Чек на готовность. Бафер раздали. Слышишь меня? Поставь доспех другой. Хан, ты тут? У тебя краб есть? Пэт, или нету? Ой, прочитай у своих питов, пожалуйста, скины, хорошо, которые есть пассивные. Ладно, хуйня, война, главное маневр. Так отхилишь. Усиление накину. Так The Doom, повесь доспех другой, ты, все. Через него. А, чё? Готов? Войд готов? Так я манну отпивал, конечно я готов. Войд. Вон, есть краб у конта. Краб есть, вон. Похилишь через краб. Он не хилит, холипал хилит. Твой краб не хилит, пускай просто будет на этом боссе, все. Войд. В центре пета поставишь и ставишь на бездействие, пускай там стоит и все. Войд, ёб его идти. Да не думай, что войдешь. Нет. Так, ладно, хуйня, война, главное. Да без него. Я уже в танке, короче. Страхую. Да не надо в танке тут быть, блядь, ДДшником надо. Ауешь. КП. На вот такую личную самодеятельность, это и так проносится нахуй. Я, блядь, знаю это личный, блядь. Ну, значит, надо было спекнуть одного танка в ДД нахуй и этот бить. Так, подавитель, играем. Бабл, как выйдешь, это захилить будет, скажешь, крылья, не крылья, там кидать. Подавитель с правой стороны. Никто не бьет. Отворачивай, Дима, только их отрейда, пожалуйста. Собаки. Хан, каток, не забывай по ходу. Особо скиллы, запомните, стаки особо не набираете, то есть там 24 стака максимум. Смотрите по самому подавителю. Тут 24 стака, уже можно захилить. Не знаю, подавители. Вроде стаки больше бьют, в общем, в обычке. Нет. Не знаю, 200 захилил, вот так как. Нет, там 25. Холдит. Не болезнь. Имя Господа Цуи. Так, разгром слева далеко. Я чуть похилу. Сука, как его в таргет взять? Да, блядь, не надо, мы его запинаем. Кнопка тап есть. Клавиатуре. Блять, Алис, ты не знаешь, как это, блядь? Не, я знаю, я просто сейчас тут про... Топник вон, пожалуйста, лишний, нахуй, вы на боссе. Босс. Хоть он, блядь, и здесь босс, нахуй, но вы на боссе. Говорим только по делу. Бабл отлагал или нет? Йо, старайся захиливать так. Блядь, как подавитель далеко стоит. Релоуд пиши. Справа разгром. Разгром. Релоуд пиши, возможно отлагает. Подавитель далеко стоит, потому что он зашакрили, так делать не надо. Где? Кто? Какой подавитель? Вы ебанули шакрить подавителя или чё, ёп? Кто-то ему пытался казы сбить. Блять, на этом сервисе все шакрится, чтобы, блять, на циркуле не шакнулось. Это пиздец.
подавителя. Чтобы, блядь, боссы шакли. Людей захиливаться быстрее. По причине, что у них хп меньше, чем бабычка. Гимноману. Вместо дайбата. Дайбата давай, да. Гимноману. Подавители. А что там, элемент про обиделся на кого-то, блин, что рейдинг? Не, там просто тупит. Разрам слева. Дом тут вообще чушка, блин. Бабл отлагал. Ну как-то хилит. Ну чё, это нормально. Как пан умер, блядь? Челик. Ну, лопасос, дай БР. Пробафали Варю сразу. Бля, шаман, умираешь очень. Смотри, бузер. Если 24 стака есть, то сбрасывай и набирай по новой подавители. Ну вот так лучше не надо делать. Шаману дали баф. Здесь не обычка. Гимн на ману прочитать. Давай. Дим, держи толстяков по трейду лицом. Не мобамбли. Я думаю, можно дать Геру, и он захилит. Давай, и... давай, Крельги дал. Подавители. Дали возложение рук на босс. Геру. Гимны дали все пристыны. Дай Геру. Подавители слили быстрее, тогда захилят. Гимн хп читаю, блядь. Ну вот все. Ну, как через крабика химиц? Он сейчас пояс, блядь. Петля! Что-то Алисе везет, но походу на нее не заберет. Почему? А кто ее заберет? Так, сколок. Шредер. Если ты заберешь петлю, Шредер, я тебе и снесу. Да. Перчатки на моего. Не хило, он в петле. Правильно, Шейдер. Кольцо не забирает. Перчатки на моего. РДД не осталось, пугов.